Здравствуй. А? Здравствуй, Паша. Коля, очень кстати. Ты знаешь, меня тут ребята перевели на видеомагнитофон всю хронику, которую мы снимали. Сейчас только что смотрел этот ролик. Давай еще раз посмотрим вместе. Я вообще-то... Я хотел поговорить о другом. Ты садись, садись и поговорим. Узнаешь? Да. Мой первый рекорд мира. А, молодец. Ох, и удивил ты нас тогда всех. А жаль, что убрали жим. Да правильно сделали. Мешал он темповым движением. Да вечно ты споришь, не соглашаешься. Слушай, а где сейчас Хижняк? Не знаю. Привет, ма. Привет. Ты что так рано? Ну что ты стоишь в дверях? Раздевайся, мой руки и садись, я буду тебя кормить. Ма, Коля Басаргин у нас? Да. Он разговаривает с папой. Какое-то кино там крутит. Я люблю его, мам. Ну и что? Мы все его любим. Раздевайся, я буду тебя кормить. Ну, не хочу есть, у меня спектакль вечером. Ну, раздеться ты можешь. Сними сапоги, одень тапочки, у тебя ноги отдохнут. Тебе все-таки вечером танцевать, не забывай это. Мамуль, а ты когда-нибудь вслушиваешься в то, что говорю я? Или ты слышишь только себя и папу? Что? Что случилось? Я хочу сказать, что я люблю Колю Басаргина. И хочу выйти за него замуж. Так. Зачем ты все это мне показываешь? Мне предложили в комитете взять в сборную еще одного полутяжа, но я отказался. Ну, пока отказался. Коля, мы с тобой вместе 10 лет, поэтому я буду с тобой предельно честен. Если бы ты сейчас вошел в Олимпийскую, я был бы гостренером. Поэтому бросай свои эксперименты, давай работать вместе, как прежде. Ты же видишь, из твоих экспериментов у тебя в последние 2 года завал за завалом. К первенству Союза я сделаю мировой рекорд в толчке, Паша. Да, если тебя не опередят. Я прошу 1/2 года не занимать меня в соревнованиях. Ты отказываешься от Кубка Дружбы? А я вообще не поеду. Ты что же, вот это и хотел мне сказать? Пожалуй, Паш, я пойду. Верк, я старый? Ты глупый. Точно. Я дурак. Представляю, что сейчас будет дома. Мамуля все расскажет папуле. А ты что? Да, да. Я ей все-все рассказала. А. Ну хорошо. Я поговорю с Пашей. Геннадий Афанасьевич,
Вы правы. Будем готовить второго полутяжа. Басаргин, ну вы же знаете, стареющий спортсмен хуже истеричной дамочки. Да? А с тренером, как мы с вами договорились. Да. Ну, всего хорошего. До завтра. Что с тобой? Я этого не переживу. Мне кажется, что я никогда не примирюсь с этой мыслью. Ты обязан. Ты обязан с ней поговорить. Слышишь? Обязан. Ну, теперь уже запрещать бессмысленно. Ну, хорошо. А что же делать? Что? На этом все и оставить, да? Слушай, а может нам поговорить с директором театра, чтобы отправили ее на стажировку в Москву, в Большой? Хорошо. Ну? А Николая я увезу на сборы. Там ему будет не до любви. Это ты хорошо придумал. Только, Лидочка, ну будь умницей, никаких упреков, никаких запретов. Я тебе обещаю тот результат, о котором мы с тобой мечтаем. Ну, открой дверь, у меня все руки заняты. Так в чем дело? Сюда нельзя, товарищ. Извините, мне нужен хижняк. У нас нет хижняка. Это я хижняк. Ой, простите, Иван. Че надо? Поговорить надо. Салат будешь? Нет, я комплексный. Что? Обед у меня комплексный. А вот яйцо будешь? Я комплексный. Зря, Иван. Тебе на меня обижаться нечего. Я и тебе предлагал тогда. Иди ко мне вторым тренером. Помнишь? Говорил, умолял. Ты же сам отказался. Что в результате? Ах ты, нужно было тебе это. Не с твоим характером руководить сборной. Макароны, рис. Рис. А кто умолял комитет, чтобы оставили тебя при сборной? Ни я, ни Николай Басаргин. Ты вспомни, Иван, вспомни. Слушай, иди ты. Знаешь куда? Благодетель. Не. Комплексный. Щи. Я с тобой темнить не буду. Ты когда-то много работал с тяжами и полутяжами. Сделай мне молодого полутяжа, и ты один из тренеров сборной республики. Будет все. Сделаем квартиру, восстановим звание. Зачем тебе еще полутяж? Коля Басаргин уходит. Да. Да. Узнаю тебя, Паша. Ни хрена ты не меняешься, только креп еще больше. А ты что с этого иметь будешь? Сделаешь молодого, я уйду в комитет на гостренера, а ты на мое место и вся игра. А если к отборочным покажет результат, я его введу в основной состав. Ты что, спятил? Как это я тебе замену Басаргину сделаю? Сделаешь, Иван. Вообще отличный материал. Есть из чего делать. Кто такой? Да есть один бычок, демобилизованный. 21 год, чемпион Союза среди юниоров. Восходящая звезда, так сказать. Тяжелой атлетики. Год на гражданке, а никак не может определиться. Работает один, а глаза верного за ним нет.
Ну, ты про него все знаешь? Значит, глаз за ним есть? Я, Ваня, должен все знать. Сейчас хорошей информации дорого стоит. Как зовут? Владимир Кроль. Работает на автобазе скорой помощи. Берись, Иван, дело стоящее. Надо. Это не техобслуживание, это муть какая-то. Да ладно тебе. Тебе вечно все не так. Что не так? Садись сам за баранку, попробуй. Не, я сегодня не могу. Я после вчерашнего. После вчерашнего? Ты машину, наверное, делал после вчерашнего. Тормозные колодки не выверил? Зажигание не выставил? Ну что ты? Клапана делал на горячем двигателе. Так что сам потом не разберешь. Ручник не работает? Вовик, дай треху. Треху? Трехи на земле не валяются. Вот сделаешь машину за 2 часа, чтобы я мог на рейс спокойно выйти, тогда дам треху. Ты Кроль? Я Кроль. А что? Поговорить надо. А вы кто будете? Узнаешь. Ребят, смотрите, кому-то чувиха приехал. Это ко мне. По нашему мужскому монастырю. Кроль! Ты что, сукин сын, хочешь отсюда вылететь? Хочешь, чтобы Милютин тебя отсюда вышвырнул? Ты что делаешь? Так ведь это... Это! Я тебе покажу это! Это спортивная база! А не дом свиданий! Шустрила чертов! И скажи своей девахе, чтоб духа ее здесь не было! Да какая деваха? Это моя мама. Какая мама? Ну, моя мама. Вот это твоя мама? Да. Здрасте, Иван Александрович. Вот. Здрасте. Посмотри на Ивана, что с ним делается. Да. Впервые при галстуке вижу, хижничка. Красавец. Я, уважаемый Иван Александрович, всю себя без остаточка сыну своему отдала. Мы с Вовой как вдвоем остались, так я решила. Всю жизнь посвящу своему ребенку. Вы позволите? Спасибо. А тебе, Вова? Спасибо, мам, я сам. Я помню, все на родительское собрание ходила. И всегда с педагогами советовалась. А сейчас он у нас хозяин в доме. Ма. Он мальчик очень справедливый. И поэтому я хотела у вас спросить, а как он вообще ведет себя? Ну, Владимиром я вашим доволен, Мария Назаровна. Работает он прилежно, с настроением. Зарекомендовал себя как дисциплинированный спортсмен. Хороший и отзывчивый товарищ, много читает. Специальной и художественной литературы. Вот. О, привет. 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 Как обед? Нормально, 3/2. Извините, я на секундочку. Нет, дела. Спасибо, я сейчас. За квартиру заплатила задолженность за 3 месяца.
Рубашку тебе вьетнамскую купила. Спасибо, мама. Чистый хлопок. А он женатый? Кто? Иван Александрович. Холостой. Мам, ты это брось. Очень симпатичный, обаятельный человек. А, Иван Александрович, иди, сиди. Ты чего так долго не выступал? Да травмы замучили. Ну-ка. Плечевой надорвал? Да, на первенстве вооруженных. Да, Володь, ты меня извини за девак-то. Я ж не знал. Да я понимаю, ничего. Все хорошо. Ну и как? Ноги. Ноги нормально. Тянут. Че, мениск? Да нет, связки. Это давно, сейчас все прошло. Ну, хорошо. Ну что, старик? Начнем пахать? Начнем. Пошли. А мама твоя где работает? Мама? Да. Билетером в кинотеатре «Октябрь». Давай попробуем толчок. Сколько поставил? 170. Отлично. Ничего. Хорошо. Тяги до конца не раскрываешься. И когда с груди, штанга у тебя немного впереди зависла. Давай еще раз попробуем с учетом этих замечаний. Давай. Силу ты накачал, будем технику исправлять. И не лезь пока на большие веса. Чего ж ты ко мне за все это время так ни разу не пришел? Боялся, что прогонишь. Боялся. Володя! Познакомься. Николай Басаргин. Кроль. Володя Кроль. Здравствуй, здравствуй. Ну и прогнал бы. Все равно должен был прийти. Ты не ворчи, не ворчи. Не ворчи. Пришел бы и все. Ладно, иди. Я ведь теперь, Ваня, один. Лизу помнишь? А как же? Замуж вышла. Хорошая у нее, да и правильно, конечно. Хорошо, что еще детей не было. Да, очень хорошо. Но в то время не совсем хорошо. Это при теперешней ситуации хорошо. Я понимаю. Я перед тобой, Ваня, больше, чем Паша Милютин виноват. В то время только о своей персоне и думал. Ты меня, Вань, прости, если можешь. Могу. Может быть, мне тоже скоро у тебя прощения придется спросить. Да я знаю. Хороший парень. Я его на первенстве Союза видел. С этим парнем, знаешь, сложная история. Даже не знаю, как тебе сказать. Ты не говори. Ладно. А парнишка неплохой. В целом, результаты сборной на сегодняшний день
очень неплохие. В ряды атлетов и в отдельных движениях, и в сумме результаты высокие, близки к рекордам. Это и легкие веса, и средние. Очень хорошо заявил себя тяжелый вес Витя Андрюшкевич. Повторяю, в целом команда готова. Результаты Басаргина еще достаточно высоки. Но мы с вами были бы плохими хозяевами, если бы не готовили сани летом. И не настолько низки результаты дебютанта сборной Владимира Кроля, чтобы у нас опускались руки. Поэтому я предлагаю форсировать подготовку Кроля. Все эти ваши графики, мура собачья. Я против. Не понял. Липа. Подтасовка. Хотя и выглядит достаточно убедительно. Я против. Иван Александрович, твоя система устарела. Да дело даже не в Кольке Басаргине. Не в нем. Крой не выдержит. Что ж ты делаешь? Он же пацан еще, а ты его под Басаргина подставляешь. Да у Басаргина начальные веса такие, что Кроль через 2-3 месяца без сил будет. Я в этом участвовать отказываюсь. Да и Кольку Басаргина, сдается мне, ты рано со счетов списываешь. А это уже передергиваешь. Вот тебе графики. Басаргина, убедись сам. Имел я в виду эти графики в гробу и в белых тапочках. Ты создай Басаргину нормальные условия для тренировки. А не устраивай ему скачки с препятствиями, ежедневную нервотрепку. Он готовится к мировому рекорду, а ты ему соревнования с Кролем устраиваешь. Все, с приветом. Иван Александрович, а я ведь не очень верю в ваше хорошее отношение к Володе Кролю. Да. Это от чего же? Да потому что вы его бросаете в самый ответственный момент, когда решается его судьба. Короче, так как предлагает старший тренер, я работать отказываюсь. У меня своя система. И, между прочим, на ней вырос Басаргин. Извините, что напоминаю. Вера, у меня жизнь кончается. Господи, ну что ты? Не сходи с ума. Она у тебя именно сейчас только и начинается. Коль, Господи, как же нам увидеться-то? Коля, а ты знаешь, мне стажировку предложили в Большом театре. Большой театр? А? Это Большой театр. Коля, я приеду к тебе в понедельник. Хорошо? Ты меня слышишь, Коль? Коля? Коля? А ты что, в город? Да так, по делам. А тренировка? Я знаю. Да, мы говорили с Верой. Конечно, ей нужно ехать. Ты будешь или Кроль? Мне все равно. Мне нужно, чтобы мой, понимаешь, мой полутяж сделал первенство Союза. А на прикидке ты, конечно, у него выиграешь. Стану гостренером, отдам тебе сборную республики. Этого парня молодого тоже отдам. А как же Хижняк?
Не думал я, что ты будешь называть меня папашей. Я люблю ее. Я тоже люблю ее. Останови. Зачем? У меня дневная тренировка. Иван Александрович. Здрасте, Марина Назаровна. Здрасте. Вы что, к нам в кино? Да нет, я... А я к вам в воскресенье собиралась. Я думала, может, вы будете посвободнее. Ну, как вы там? Да ничего. Как Володька? Володька в порядке, в форме. Вчера совещание было. Его запасным поставили. А почему запасным? Так сразу нельзя. А... Время надо. Ой, Иван Александрович, если бы знали, как я вам благодарна за Володьку. Да ну, преувеличиваете. Я ничего особенного не сделал. Ну уж нет, Иван Александрович. Тренер, как все. Владимир, мой рядом с вами, совсем другой человек стал. А может, вы на балкон пройдете? Вы, Федьки, меня подождете. А? Сейчас сеанс начнем, и я освобожусь. Хорошо, а? Спасибо. Сделай нам что поесть. Это тренер моего Володьки, Иван Александрович. А очень приятно. Бутербродики с рыбкой. Пиво чешского могу парочку сделать. Хотите пивка, Иван Александрович? Бутербродик с удовольствием. Только с лимонадом. А мне так пивка. Что же за мужчина такой, который пиво не пьет? Я, милая, в своей жизни столько выпил, что вас утопить можно в этом количестве. А теперь покончил с этим, надеюсь, навсегда. Извините, пожалуйста. Ну, как там мой Володька? Слушает вас? Слушает. У Володи Марина Назаровна теперь, наверное, другой тренер будет. Как другой? А вы-то что? Я хотел пригласить вас на югославскую эстраду. Если, конечно, у вас нет других планов. Иван Александрович, как же это так? Почему? Другой будет тренер. Он что, провинился чем или обидел? Нет, нет, что. Он тут ни при чем. Просто Володе нужен другой тренер. Более опытный, что ли. Нет, Иван Александрович, нам кроме вас никто не нужен. Мы не можем без вас, понимаете? Пожалуйста, Иван Александрович, я вас очень прошу, вы не бросайте его. Да если надо, я за вас куда угодно пойду, хоть... Ваш физкультурный комитет, хоть на край света. Я еще на послезавтра билеты взял. В цирк. Третий ряд. Дрессированные хищники. Да хоть эстрада, хоть хищники. Пусть только все будет по-прежнему. Чтобы только вы, Володька, больше мне ничего не надо. Ты знаешь, Стас, а мне все больше и больше нравится этот парень. Угу. Молодец. Рвется в бой и правильно делает. Володя, я ж тебе 100 раз говорил. Не обводи колени. Раскрывайся до конца. Зачем вы только вернулись? Тебя не спросил. Ну, лучше уже, лучше. Давай. Давайте прибавим. С тебя и этого достаточно. Не смотри по сторонам. Давай работай. Ты куда? Не трогай диски. Положи диски. Я тебе запретил увеличивать вес. Не положу. Молокосос. Положи, пока что я твой тренер. Это пока.
Ты дождешься, что я тебя выгоню. Дисквалифицирую к чертовой матери. Никуда вы меня не выгоните. Вам нужна замена, и вы сами это отлично понимаете. Да ты... Иван, что случилось? Ну вас. Работать не дает. Вон Басаргин уже 210 толкает, а я как жучка на коротком поводке. Вовик, нагнись ко мне. Я тебе кое-что скажу, ты сделай вид, что ничего не произошло. Но. Послушай, Вовик, посмотри на себя в зеркало. Ведь ты еще ничего для команды не сделал. И неизвестно, сделаешь ли. Ты, Вовик, пока щенок. Что? И если ты еще хоть раз так будешь разговаривать с Иваном, проучим. Да ты бабушку свою пугай, тоже мне нашелся. Ах ты, бревно ты не отёсанное! Отойди! Ну-ну-ну-ну, прекратите, прекратите! Пусти! Ты чего хочешь? Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы хижняк нырнул в ту же лунку? Я тебя спрашиваю. О чем? Ты же знаешь, что Милютин тебя заберет у хижняка, как и меня когда-то забрал. Не понял? Да все ты понял. Милютин не тренер. Ваня делает результаты. Если ты когда-нибудь это поймешь, в общем, слушай его в два уха и делай все, что он тебе прикажет. Коля, вот все, что вы мне сейчас сказали, все, конечно, да вы просто боитесь мне проиграть. Прикидку. Боюсь, но выиграю. Ты меня еще не знаешь. Обязательно выиграю. У меня другого просто выхода нет. А все твои медали, премии, награды, это все у тебя еще будет. Сегодня. Я к папе на спортбазу съезжу. Мне нужно видеть Колю. Мам. Нет, насчет Москвы не решила. Мне надо с Колей посоветоваться. Мама. Мама. Ну, мам, ладно, хватит, я поеду. Все, 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 все. Все, мам. Пока. Все, тишина. Привет! А ты что тут делаешь? Я домой еду. Да? А я к Коле. А я тебя не пущу. Почему это? Ну вот, садись. Ой, пап, опять нотация, да? Буду, буду, а как же? Без нотации не обойтись. Коля сам просил меня не пускать тебя к нему. Прости, но мне очень трудно в это поверить. Ты многого не понимаешь, Верочка. Для тебя это дикость, фанатизм, жить по расписанию, любить по расписанию. Жестокие, бесчеловечные законы, но, к сожалению, это законы большого спорта. И другого пути к победе нет. Да кому нужны такие победы? Да прежде всего, ему самому. Если ты до сих пор этого не поняла, я... Не представляю, как вы собираетесь жить вместе. Но ведь когда-то он должен бросить спорт. А что дальше? Что дальше? Полжизни поднимать штангу?
играть в эти железные игры, а потом бросить спорт и в 36 лет начать жить сначала? Да через год ты сама уйдешь от него, потому что таков закон природы. Ты молодая, растущая балерина, тебе сейчас работать, 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 а он уже почти захлопнул с собой дверь. Бывший спортсмен, тоскливая фигура. У меня таких примеров на памяти хоть пруд пруди. Неправда. Я его никогда не брошу, слышишь, никогда. Лишь бы он меня не бросил, а я его буду любить всю жизнь. Вера! А если об этом узнает Коля? Ну, хорошо. Нет, все хорошо, Пашенька. Но вот видишь, как я правильно сделала, что я тебя предупредила. Верочка? Нет, она еще не приехала. Приехала. Паша, она приехала. Я тебе попозже позвоню. Вера? 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 Ты что делаешь? Ты сошла с ума? Я тебя никуда не выпущу, слышишь? Ты не уйдешь из этого дома, Вера! Я не хочу жить под одной крышей с людьми, которые так мелко предают меня, даже если эти люди мои родители. Нет, ты понимаешь, что ты говоришь, Вера? Вера! Я его видеть больше не могу, поверь мне, Коля. Не кипятись. Ты же знаешь, если Милютин его заберет к себе, он его погубит. А парень прекрасный. Я сам знаю, что прекрасный. О, обхаживает. А ты его мать, Марину Назаровну, видел? Видел. Я все, Вань, видел. Ну да, откуда? А у тебя на лице все написано. Завал. Скажи, Вань,
Лет 15 назад я такой же был или получше? Только честно. Одно лицо. Здравствуй, Володя. Добрый день. Ну, сколько поставил? 180. Десятку сбрось. Зачем? Ну что, начнем? Начнем. Сами не поднимают и другим не дают. Тебе помочь? Не знаю, все вы заодно. Хотите, чтобы я прикидку проиграл? А я выиграю, выиграю. Костьми лягу, а выиграю. Давай, 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 пробуй, пробуй. Попробую. Смейтесь, смейтесь. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Ну, насмешил. Прямо тигр какой-то. Паша. Что? Скажи, Вера не приезжала? Верка? Нет, не приезжала. Что, ей не звонила даже? Николай, да разве я тебе не сказал бы? Пойду пахать дальше. Короче, Пасальгина будем догонять. Я готов. Тогда все по старому плану. Понял? Понял. Алло. А кто-то спрашивает. Это вас. Спасибо. Алло? Да, это я. Коля? Здравствуйте. Нет. Нет, ее нет дома. Ну что, пришла с базы, взяла вещи и ушла куда-то. Не знаю. Послушайте, Коля, что вы с нами оба делаете? Да. Ну хорошо, Вера... Да-да, Вера глупая. Но вы, простите, вы-то все-таки взрослый человек. Должны же думать немножко. До свидания. Что, Вера выходит замуж? Ну, это же хорошо. Да, Лапочка, да. Конечно, это хорошо.
Ты когда-нибудь в резкости научишься снимать? Ни черта не разберешь. А мне и так сойдет. Мне главное движение. И ошибка в движении. А тяга у парня хорошая. Так вот, он эту тягу только эксплуатирует. Говоришь, говоришь, как об стенку горох. До олимпийских я не дотяну. Чего не так редко? Да ладно, тебе грех жаловаться. А сколько у него? 190. Ну, на груди перейди. Да говорил ему 100 000 раз. Ну, у меня шансов, конечно, еще меньше, это я тебе честно говорю. На этой дурацкой прикидке я его сделаю. А вот дальше... Дальше, дальше. Тебе работать и работать. Он шаманский. 42 года. А как выступал на первенствах мира? Вань, а знаешь, что самое главное в жизни? Что? Это когда тебя ждет женщина, и ты ее сильно-сильно любишь. Вот тогда в жизни все. Ну, в общем, все нормально. Что с собой сделал? Это кто ж тебе такое разрешил, а? Мозоли сорвал. Зарезал. Ты понимаешь, что это нас всех зарезал? Дубина ты стейросовая. Думали с Павлом Петровичем, хотели 220 попробовать. Зачем? Я ж тебе говорил, что только на соревнованиях можно выходить на большие веса. Жаль, что не могу морду тебя набить. Не положено. Ваня, у вас же разные категории весовые. Все. Все. Кончено. Кончено. Не скули ты. Раньше надо было думать. Ребята, помогите. Коля, Володя. Дядя. Вот так. Ага. Хорош. Да, давай. Ага. Спинку, спинку держи, спинку. Коля! Подойди, пожалуйста. Ага. Давай, давай, давай. До прикидки осталось 2 месяца, этому дурачку уже не поможешь. А сам выбьешься из графика. А мне нужно, чтобы ты сделала результат. Понял? Богом тебя молю, не отвлекайся на пустяки и работай сам. И не загони себя. Паша, Паша, ты же хочешь стать государственным тренером, а не каким-то там еще. Сам готов продать Володьку, как и меня недавно хотел продать. Какой же ты к черту государственный будешь? Опомнись, Паша. Можно я вас под руку возьму? Иван Александрович, я все спросить хотела, да боялась, что обидитесь. Спрашивайте. Иван Александрович, а как получилось, что у вас своей семьи нет? Не встретили? Да нет. Все вроде было. В молодости. Так ведь спорт. Вон Коль Бусаргин, товарищ мой. Ушла от него жена несколько лет тому назад. А он на нее и не сердится. А за что сердится? Он в году месяца 3-4 только дом бывал. А дома... На тренировке иной раз больше 20 тонн перетаскаешь.
там как мертвый. Глаза закроешь, все железо мерещится. В ушах звон стоит. От дисков. По ночам во сне кричишь. Все штангу толкаешь. Сколько бы Саргин как сумасшедший работал. Все забывал. Семью, друзей. А иначе нельзя. Одержимость требуется. Или-или. Большой спорт измен не терпит. Ему платишь всей жизнью. Раньше казалось, все успею. Оглянулся уже за 40, страшно стал. Ваня, поставь лучший результат кроли. 205. Мишка, дуй. Начальный перезаяви на 205. Главное, чтобы они не лезли на большие веса. Павел Петрович, 205. Ого, 205. На штанге 205 килограммов. На помост вызывается мастер спорта Владимир Кроль. Давай, старик, соберись. Спокойно. Пошел.
Ну как? Прекрасно. Вы чего? Да не волнуйся. Ты же у нас святой. Коль, скажи, зачем ты его за собой тащишь? Дураки вы. Можно? Опустить? Коля, сколько тебе и кроли на второй подход? 215. Николай Басаргин, на штанге 205. Ну давай, Коля, ты умеешь делать свое дело. Оживи железо, Коля, оживи. Так как? Колька прав. Он тебя за собой ведет. Ты должен показать его результат. Понял, Иван Александрович, понял. Но, честно говоря, не ожидал просто. Как ты, неверующий. Можно? Что с ним происходит? Да экспериментировался. Да. Ваня, время, ребята, время. Иван Саныч. Спокойно. Все возьмешь. Давай, сынок. Владимир Кроль, на штанге 215. Да, Басаргина так просто со счетов не спишешь. Держи. Коля, ты... Погоди, погоди. А чего ему прибыли? Вы же сами. Да, Басаргин сегодня удивил всех. Ты посмотри. По-моему, он ведет за собой кроли. Не понимаю, зачем? Ну как зачем? Микрофон забыли выключить. Я сбегаю, Коль. Чтобы кроль вместе с ним поехал на пенсию соседа. Да нет, пусть говорят. Согласен. Надо посылать обоих. Но я думаю, на Союзе кроль обойден посредина. Ну, это мы еще посмотрим. Да мне кажется, Николай работает на пределе. И Милютин будет против его кандидатуры. Товарищи, извините. В раздевалке все слышно. Вы забыли выключить микрофон. Коля, пойди сюда. Что делать? Вовке на руках кожа может лопнуть. Ну, так самое страшное позади. Боязнь веса, да и противника тоже. Я тебя спрашиваю, чего заказать? Ты спрашиваешь, как ему меня выиграть? Да.
Ваня, ты чего мудришь? Ничего, ничего, ничего. Вам же сказали, кролю 220. Иван, ты в своем уме? Зачем эти эксперименты? Мы же договорились, а вы опять пошли на этот вес. Слушай, отвали от греха подальше. Ты и в эту секунду только о себе думаешь. Кролю 220. Сколько? Он не возьмет этот вес. Опять сорвется. Да сколько, Петрович? 220. Владимир Кроль, на штанге 220 килограмм. Готов к рекорду. Просто раньше выпускать не хотел. Берегли мальчишку. Вот Афанасий Григорьевич знает, как все. Спасибо. Поздравляю. Ну все, ребята, Басаргин на пост. Да, рассаживайтесь, товарищи. Николай Басаргин. На штанге 220 килограмм. Можно? Я могу перезаявить вес? Сколько? 230. Выше мирового? Двести тридцать можно.